И снова всем привет, друзья, с вами канал Android Software. И сегодня мы немножко отойдем от компьютерной и Android тематики и рассмотрим вот две посылочки из Китая на новогоднюю тематику. Итак, здесь у нас вот две такие посылки. Давайте пока вот этот уберем в сторонку и посмотрим вот на эту. Итак, здесь у меня находится костюм Деда Мороза, или вернее сказать Санта-Клауса. Заказала его с AliExpress. Очень популярны на AliExpress эти костюмы. Цена составляет от 500 до 800 рублей. То есть у разных продавцов по-разному. Если захотите покупать, поищите. Но также, как всегда, ссылочку оставлю под видео, где цена минимальная. Итак, давайте посмотрим, что же здесь у нас лежит. Так, это вот такая вот бумажка. Вот так вот должен выглядеть наш костюмчик Санта-Клауса. Так, что идет в комплекте? Вот такая вот жидехонькая бородка. Ну, такая никчемная, но, тем не менее, она есть. Далее вытаскиваем. Так, вот здесь это видно пояс у нас. Сейчас мы посмотрим, отлепим. Так, вот такой вот поясок. Ну, самый просецкий тут, так, как я понимаю, да, из какой-то такой... Ну, не знаю даже, что за материал. Вот такая... Вот такой вот поясок. Далее, что у нас здесь идет? Это штаны. Так, ну, ребят, сейчас видно не будет. Потом я это все надену на себя в конце видео. Посмотрим, как это смотрится. Но выполнен из такого простецкого материала. Он даже, мне кажется, если на свет, да, он будет просвечивать. Не знаю, как будто из тонкого, вот, как валенки катают. Из шерсти, только это китайская шерсть. Ну, так сделано не очень, я скажу вам. Качественно, но за такие деньги, за 500 рублей в России у нас вообще никакого костюма не найти. Я искал, не нашел. Размер, короче, вот это здесь кофта, ребят, так непонятно. Сейчас мы, это я все на себя одену, и потом мы более детально посмотрим. Так, размер фиксированный у данной, вот у данного костюма. То есть один, я не знаю, влезу я в него или нет. Я довольно-таки высокий и габаритный. Но посмотрим. Так, далее идет у нас вот такой вот мешочек. Это у нас мешок Санты. Тоже сейчас мы его потом набьем подарками, посмотрим, как он будет выглядеть. Здесь у нас застежечка. Тут вот написано «Хоу-хоу-хоу». Так. И здесь на мешке вот такое вот лицо Санты. Также написано «Хоу-хоу-хоу». Но мешок выполнен качественно, ребят. Нравится, как сделан. Все аккуратно. Прошит без всяких проблем. И материал намного лучше, чем у костюма. Цена у мешка, кажется, вот у этого 300 рублей или 320. Ну, точно не помню, там цена плавает. То есть я вроде даже брал его 11.11 за 270. Сейчас точно не могу сказать, сколько он стоит. Так, ну, тем не менее, вот такие две штуковины. Сейчас я это все, ребят, как-то одену на себя. То есть постараюсь залезть, не знаю, влезу я в этот костюм или нет. И вы посмотрите, как это все выглядит со стороны. Итак, на счет 1, 2, 3 я одеваюсь и смотрим, как это все выглядит на мне. 1, 2, 3. Итак, друзья, вот так выглядит данный костюмчик на мне. Он, конечно же, мне не по размеру, слишком маленький. Но так как размера не было другого, так что выбирать не из чего было. Для, наверное, людей он более мелкой комплекции. Я довольно-таки крупный и, как видите, на мне сидит, ну, не очень. Да, он даже пояс я там закрутил кое-как, рукава коротковаты, да и штанишки тоже вам не видно, но они мне коротковаты. Вот так вот я бегу, эй, вуаля. Да, ребят, вот мешочек, мешочек, конечно, прикольный. Да, вот с мешочком, ну вот такой вот Дед Мороз получается у нас из Китая. Масочку я уже делал, обзор, кто не видел, посмотрите. Мешок классный. Вот насчет мешка, вот я сейчас его покажу вам, посмотрите более детально. Ну а сам, ребят, костюм Деда Мороза, мне кажется, он такой одноразовый. Сделан он довольно-таки хлипко. Ну, не знаю, стоит покупать или нет. В принципе, на раз другой сойдет, но потом вы его выкинете, так как сделан он из какого-то очень слабенького материала. Ну вот и все, ребят, что я сегодня хотел вам рассказать, показать. Не забывайте ставить лайкосики, подписываться на мой канал. А я с вами прощаюсь, до новых встреч!